исполняешь свой нелегкий, но почетный воинский. Товарищам всегда сопутствует удача. Берегите себя ради своих семей. Дорогие друзья, на акватории Амурского залива многоцелевой корабль с управляемым ракетным вооружением ближней и дальней морской патрулирования дальней морской зоны, защите и охране государственной границы на море, исключительной экономической зоны, вспомогательные механизмы, что позволяет успешно решать, следует спасательное судно проекта. Единственное морское госпитальное судно «Иртыш», которое на залива гидрографическое судно, вице-адмирал Воронцов, проект.